Дети, которые находятся на лечении в стационаре, особая категория. В Одинцовской больнице лежат как подростки, так и малыши. Врачи и младший медицинский персонал стараются их окружить заботой и вниманием. Здесь открыта игровая комната, но ребята грустят и скучают по друзьям, привычному укладу жизни. Именно поэтому, чтобы поддержать и порадовать маленьких пациентов, сюда часто приходят гости из разных благотворительных организаций. Мы решили, что детишкам, которые находятся в больнице, очень не хватает иногда каких-то домашних, таких уютных игрушек, вещей. Поэтому мы собрали все вместе, наши мамы, собрали разные пазлы, игры, творческие наборы. И мы привезли их сегодня сюда, чтобы детишки хоть немножечко, им было не так скучно, одиноко в больнице. В этот день ребятам принесли две большие коробки подарков. Пазлы, развивающие игры, наборы для творчества. Каждый ребенок выбрал игрушку на свой вкус. Благодарим центр «Мамина помощь» за предоставленные подарки. Дети будут очень рады, что поспособствует их скорейшему выздоровлению. Коробки с подарками опустили за считанные минуты. Активисты центра «Мамина помощь» пообещали чаще заходить к детям и, конечно, приносить подарки и пополнять коробки радости. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».